Здравствуйте, дорогие телезрители! В августе месяце Святая Православная Церковь отмечает три праздника, которые имеют одинаковое название. Праздники, посвященные нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Их так и называют – праздник Спаса. Спас – это Спаситель по-славянски. В народе эти праздники называют, соответственно, первым, вторым и третьим Спасом. Давайте сегодня поговорим о смысле, содержании этих трех Спасов, этих трех августовских праздников. Первый Спас мы отмечаем 14 августа. Даты я даю по новому стилю. В церковном календаре этот первый Спас носит такое название – праздник изнесения древ чеснага животворящего креста Господня. Праздник установлен в честь и память замечательной традиции, которая существовала на протяжении многих столетий в Византийской империи. В августе месяце износили торжественно из Константинопольского храма честное древо креста, на котором был распят наш Спаситель, большую частицу этого древа. И проносили это честное чудотворное древо по улицам Константинополя. Совершалось множество крестных ходов. Летописи сохранили нам сведения о том, что чудеса совершались во время этих торжественных крестных ходов. Август месяц для Византии был временем сложным. В Константинополе часто были эпидемии, смертоносные болезни, и вот древо креста останавливало эти эпидемии. Люди получали исцеление. Праздник первого Спаса напоминает нам и о событии, которое произошло в Киевской Руси на заре русской православной цивилизации. Дело в том, что именно в этот день, в 988 году, святой князь Киевский Владимир крестил Русь. Летописи говорят, что на день Всемилостивого Спаса Владимир бросил клич народу, и ко Днепру стеклось множество горожан Киева, людей из близлежащих мест, и священники, которых Владимир в основном приглашал из Греции, совершили это торжественное крещение многих-многих киевлян. Событие, совершенно беспрецедентное в европейской истории. Многие принимали крещение, как говорит нам летопись, и за совесть, и за страх. Русь была крещена в один момент. Русь была крещена так, что это движение Руси к христианству практически не встретило сопротивления, потому что некому было сопротивляться, мощного язычества на Руси не существовало, и народ в один краткий период времени стал христианским народом, ворвавшись буквально в семью христианских народов Европы. Иногда праздник первого Спаса в народе называют медовым Спасом. Дело в том, что в русском мире в храмах принято в этот день совершать первый мед, который собирали труженики вот в этом году. Второй Спас. Этот праздник мы отмечаем 19 августа. Полное название этого праздника – преображение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Праздник второго Спаса, праздник преображения, по аналогии с первым, называют иногда яблочным Спасом. В день праздника преображения в храмы приносят новые фрукты, яблоки и совершается освящение начатков фруктовых плодов. Отметим, что освящать мед в день первого Спаса и
яблоки в день второго Спаса – это все-таки условность. И во многих южных храмах освящают плоды гораздо раньше. Например, в Казахстане освящают фрукты уже в июле месяце, на месяц раньше, в день празднования святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Праздник Преображения Господня имеет глубокое богословское содержание. События, которые легли в основу этого праздника, произошли на горе Фавор. Господь своих любимых учеников, как сказано и в Евангелии, Петра, Иоанна и Иакова, однажды возвел на гору Фавор, и там пред ними преобразился, явился перед ними в своей божественной славе. Он укреплял их веру. Укреплял их веру для того, чтобы потом ученики не потерпели крушения в вере, когда увидят Христа Спасителя, добровольно принявшего страдания, поношения, уничижения, когда поведут его на Голгофу, на смерть, распнут его на кресте. «Да егда тебя узрят распинаема, страдания уба уразумеют вольное». Поем мы в этот день, в день праздника Спаса Преображения. Вольные, добровольные страдания претерпел Спаситель, нас ради человек и нашего ради спасения. Праздник Спаса Преображения напоминает нам и о том, что невидимо вместе с нами везде присутствует благодать Божия. Вот этот фаворский свет, невещественный, нетварный свет – это зрение благодати Божией, свидетелями которой стали ученики Христовы, он всегда рядом с нами присутствует. И человек, который трудится над очищением своего сердца, мало-помалу получает возможность душой своей созерцать этот фаворский свет, свет божественной славы. Третий Спас. Этот праздник мы отмечаем 29 августа, на второй день, кстати, после праздника Успения Пресвятой Богородицы. Если первый Спас связан с почитанием честного древа креста, то третий Спас связан с почитанием величайшей святыни православного мира, первой иконы православного мира, образа Спаса Нерукотворного. Историк церкви, первый историк церкви Евсевий Кесарийский, который жил в начале 4-го столетия, рассказывает нам историю, как появился на свет этот образ Спаса Нерукотворного. Во времена земной жизни Христа Спасителя на окраинах империи римской существовало небольшое государство, Эдесское государство. И в Эдессе, в столице государства, правил некий царь по имени Авгарь. Этот царь слышал о земной жизни и чудесах, совершенных Христом Спасителем, и имел веру, хотя никогда не видел Христа, но имел веру к Нему. И когда он тяжело заболел, другой историк, кстати, Прокопий Кесарийский, сообщает, что болезнь Авгаря была не что иное, как подагра, он обратился с письмом к Спасителю с просьбой, чтобы тот исцелил его. И Спаситель через святого апостола Фадея царю Авгарю послал свой нерукотворный образ. До сих пор остается загадкой, как этот образ появился на свет, каково его происхождение, но этот образ, изображение лика Христа Спасителя на плате, или, как мы по-славянски говорим, на убрусе, а по-гречески это изображение называется мандилион, явился самой первой иконой в истории мирового христианства. Удивительна судьба этого нерукотворного образа. Он какое-то время сохранялся в Эдессе. Он был захвачен
одно время народом, который противостоял христианству персами. В 944 году, то есть в 10 столетии, он окончательно был перенесен в Византию из города Эдессы. И, собственно, вот этот праздник Третьего Спаса мы и отмечаем в память о том событии перенесения императором Романом из Эдессы в Константинополь образ Спаса Нерукотворного. Когда в 10 столетии образ Спаса Нерукотворного перенесли в Константинополь, то столкнулись люди, принимавшие в этом событии участие, с еще одним удивительным чудом. Одно время скрывался этот образ, будучи заложен черепицей. Время было неспокойное, волновало умы и сердца подданных Византийской империи ересь иконоборчества, и нерукотворную икону скрывали. И вот когда этот образ, мандилиум, плату, брус изъяли из черепицы, то обнаружили, что на черепице тоже изобразился и тоже нерукотворный образ Христа Спасителя. В церковной археологии он называется керамидион. Вот многие ученые полагают, что образ Спаса Нерукотворного есть не что иное, как знаменитая Туринская плащаница, ныне выставленная для поклонения верующих в итальянском городе Турине. Наверное, многие знают об этой святыне. Мы одну из передач обязательно посвятим. Так вот, предполагают ученые, что в течение длительного времени Туринская плащаница, на которой изображено все тело Христа Спасителя, была сложена таким образом, что был виден один лишь лик Спасителя на этом платье. И вот этот лик, изображенный чудесным образом на Туринской плащанице, сам по себе имел некую особую чудотворную силу, и он перешел на черепицу, на керамику в те годы, когда плащаница сохранялась, будучи заложена керамикой в стене. Вне зависимости от того, соответствует истине или нет эти предположения ученых, мы понимаем, что в явлении чудотворного образа Спаса Нерукотворного сам Господь стремился показать своей церкви, как важно почитание чудотворных святынь христианами. Ведь чудотворные святыни, иконы, священные изображения – все это дары Божии нам, людям, которые проходят свой земной путь со страхом и надеждой и с такой радостью воспринимают как свидетельство истинности своей веры все эти чудотворные святыни, через которых лик Христа Спасителя становится виден нам и благодаря которым мы так ясно ощущаем присутствие Божие в нашей жизни.